how to obtain the sweetness in chanting the holy name, how to what emotion should one have in order to feel the sweetness of the chanting. By chanting. Как можно обрести сладость повторения святого имени благодаря повторению? Chant, gradually you'll experience the sweetness. Если вы будете повторять и повторять, продолжать это делать, постепенно вы ощутите сладость. If you don't chant, you won't experience. Если не повторять, то сладость не ощутите. Согласен? Согласны? Еще вопрос. Еще вопрос. If we chant, you'll get the sweetness of the chanting. Если вы будете повторять Святое Имя, вы ощутите сладость повторения Святого Имени. Rupa Goswami says, the holy name of the Lord is sweet like sugar candy. Rupa Goswami говорит, Святое Имя Господа сладко, как леденец. But our tongue is afflicted by the diseases of Avidya. Но наш язык поражен болезнью Авиди. Just like sometimes you have your tongue gets affected. Иногда у вас может болеть язык, может быть какая-то болезнь. Even if you get nice samosas, you won't enjoy. Какие-то там могут быть болячки на языке, и даже если вам дадут вкусную самосу, вы не сможете ей насладиться, если у вас язык больной. But Rupa Goswami said, but if you regularly chant, then the disease will get cured. И Рупа Госвами говорит, если вы будете продолжать регулярно повторять Святое Имя, постепенно ваша болезнь пройдет. Поэтому мы должны регулярно и внимательно повторять Святое Имя. Okay.